Армения сейчас находится в гораздо более тяжелом положении, чем была 9 ноября 2020 года. Как передает Axar.az, об этом заявил на заседании парламента депутат фракции Армения Андраник Теванян. Если тогда люди пережили шок и вышли на улицы, то сейчас мигрируют или самоотчуждаются от государства. По словам депутата, на данный момент главной задачей является смена власти путем широкой общественно-политической консолидации. Это главное предусловие спасения Армении. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!